В Доме моды Министерства текстильной промышленности Туркменистана развернулась церемония представления туркменских национальных платьев, привлекая внимание как местных жителей, так и гостей издалека. Событие стало настоящим праздником традиций и ремесел, народных украшений и рукоделия. Важной гостьей мероприятия стала президент ассоциации Oriental Fashion Show Хайн Джолдер. На церемонии гости сперва продемонстрировали национальные украшения, включая изысканные ювелирные изделия, стильные сумочки и другие произведения искусства, созданные умелыми руками мастериц. Каждая деталь несла в себе богатство туркменской культуры и традиций. Затем сцену захватили изящные модели, поднимаясь на подиум, чтобы представить красоту и разнообразие туркменских национальных платьев. Каждый наряд являлся уникальным произведением искусства, отражая богатство тканей, вышивок и орнаментов, которые тщательно передают богатую историю нашей страны. Необыкновенное в этом показе было то, что на подиуме не только позировали опытные модели, но и маленькие детишки, в полном великолепии представившие народные платья. Это придало мероприятию особый шарм и подчеркнуло важность передачи традиций и культурного наследия младшему поколению. Церемония стала ярким свидетельством того, как мода становится не только платформой для творчества, но и средством сохранения и продвижения культурного богатства. Мероприятие продлится до 9 января. В рамках показа мы показали вечернюю национальную коллекцию этого года, в которой были продемонстрированы новейшие техники шитья, ручная национальная вышивка, наши туркменские ткани. Хочу выразить благодарность нашему уважаемому президенту за поддержку и внимание к нашему творчеству.